Карагандинской области станции скорой медицинской помощи пополнились новыми неотложками. Медики получили ключи от 35 современных автомобилей. Два из них предназначены для оказания медпомощи в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Еще один будет задействован в случае обнаружения особо опасных инфекций. В нем предусмотрены все средства защиты. Салоны этих машин скорой помощи обустроены так, чтобы медики могли проводить реанимационные манипуляции прямо во время перевозки больного. Комплексы на колесах дополнительно оснащены системой телеметрии электрокардиограммы, причем данные поступают сразу в областной кардиохирургический центр. Они полной комплектации с медицинским оборудованием, более усовершенные двигатели. Здесь еще, конечно, учитывается и расход топлива, что немаловажно для нас. Более мягкая подвеска, что позволяет комфортабельно осуществлять транспортировку и доставку наших больных пациентов.